«Оу, здравствуйте, а что это здесь у вас? Может быть, вы хотите, чтобы я вас немножечко взорвал? Я сделаю это с превеликим удовольствием». И улетаем просто в небеса. Друзья, давайте вот на этом видео поставим. Может быть, я, конечно, офигел, но я знаю, что вы сможете, друзья. 1000 лайков ставим под это видео. И вот такие вот видосы офигенные будут выходить реально намного чаще. Потому что если вы сможете делать 1000 видосов... Ой, фу ты, 1000 видосов, что я говорю? Это я должен делать 1000 видосов. Если вы сможете поставить 1000 лайков, то вы не представляете, как это огромная для меня мотивация придумать что-то вот такое вот взрывоопасное. Привет, друзья, вы смотрите Банальное ТВ, с вами Турбо. Сегодня мы продолжаем играть в Брикрикс. Я продолжаю проводить всякие различные эксперименты, взрывания, ломания, хренания и все в этом роде, друзья. И сегодня у нас, ну как вы поняли по названию, по превью, по картиночке, да? Вы поняли, наверное, что сегодня у нас вот этот вот огромный крипер из Майнкрафта. И многие, ну или не многие, но кто-то из вас по-любому любит Майнкрафт и знает, ну, как минимум знает такую игру и знает, кто такой крипер. Это такой взрывающийся монстрик. Монстр взрывающийся, да, такой, ну, как сказать, взрывающийся зомби или что-то в этом роде. Вот такой вот он большой, огромный, зеленый, страшный и взрывоопасный. И у нас есть вот такое вот, дорогие друзья, здание. Давайте проведем по нему небольшую экскурсию. Что у нас здесь вообще? Так, лобби. Это что, это лифт? И как в него зайти? Как в него зайти? Двери, они открываются и сразу сами закрываются. А, ну ладно, давайте поднимемся тогда пешком. Поднимемся пешком, не будем напрягать лифтеров. Наверное, лифт просто сегодня не работает, поэтому поднимемся просто пешком. Что это такое? Почему я не могу залезть? Какая-то, блин, палка валяется так. Ой, что-то уже сломалось. Ну ладно, так, это 4-й этаж. А можно было там и на 3-м выйти? А, да, можно, подождите, походу можно на каждом этаже выходить. Блин, тут смотрите, как все проработано. Клево. Даже не хочется взрывать такое здание, шутка, хочется. Так, здесь у нас вертолетная площадка, крыша, какая-то антенна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально, мы не умираем. Так, дорогие друзья, давайте, наверное, посмотрим, как наш великолепный крипер справится со всем этим делом. Давайте поставим его куда-нибудь вот так вот, чтобы он мог немножко подняться. Наверное, он не сможет, я не знаю. Давайте сначала без замедления попробуем. У него так голова отлетает, смешно. Ты куда полетела, головушка? Головушка моя улетела в небеса. Ой, и разломалась, нормально. Так, что тут у нас? Так, ну смотрите, здание уже горит. Давайте мы тогда с другой стороны подорвемся. Вот здесь как раз таки место хорошее. Место все как надо. И взрываемся. Как у нас голова все-таки подлетает. О, я придумал. Надо, смотрите, надо вот здесь взорваться, чтобы голова полетела вверх и врезалась прямо вот сюда. Блин, нет, она улетела немножко в другую сторону. Не, ну крипер взрывается достаточно сильно. Где вы видели крипера, который вот так бы сильно взрывал дома и небоскребы? Посмотрите, просто здесь уже все горит. А мы можем, интересно, внутри где-нибудь тут поставить нашего криперочка? Где-нибудь... Ой-ой-ой, тут все горит. Где-то поставить-то его внутри, по идее, можно. Так, слишком быстро как-то все летит. Вот, ну, можно как-то вот тут попробовать, конечно. На это весь этот мусор его поставить. Ой, не получилось, он сразу взорвался. Так, давайте посмотрим, куда улетит голова. И это гол, дорогие друзья. Мы забили гол головой крипера. Так, интересно, интересно. Так, как бы... Подождите, мы вот еще вот с этой стороны ничего не взрывали. Хотя здесь уже и так все горит прям огромным пламенем. В следующий раз попробуем с замедлением. Давайте, мне кажется, замедлением должно получиться очень клево. Должно получиться очень клево и очень круто. Так, а мы тут... Во, мы можем вот тут встать? Ой, 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 ой! Мы улетели, дорогие друзья! Что за бред? Что за бред? Куда мы улетели-то? Блин, посмотрите, ну мы на самом деле расфигачили нормально это здание. Посмотрите, оно осталось держаться только на одной лестнице. Надо взорвать эту лестницу, чтобы все нафиг сломалось. Давайте, друзья, мы сможем. Так, а на чем он теперь держится? Все, он не держится, он падает, друзья, падает этот дом. И все? Не, смотрите, он нормально развалился. Так, надо его подзорвать еще вот тут, вот, где крыша была. Где раньше была крыша, теперь уже не крыша. А все потому, что мы с вами
Ой, взрывается все нахрен. Ой, мы все взорвали, друзья. Крипер просто все взорвал. Давайте мы его вот так вот красиво поставим, чтобы все видели, что... Какой, смотрите, я такой опасный. Я такой, блин. Кстати, надо как-то вам показать. Я не знаю, получится у меня или нет. Смотрите. Так, берем, попробуем автоматом это сделать. Там у него есть кое-какой сюрприз. Не знаю, получится. Подождите, а может тут вот это вот открывается? Ты что на меня смотришь? Не-не-не-не-не. Я понял, не смотри на меня так. Так, подождите. Ну, давайте попробуем из гранатомета. Главное, чтобы он не взорвался. Видите, у него там красненькое кое-что? Сейчас вы увидите, что это такое. И если, конечно, он не взорвется. Блин. В общем, у него там внутри красное сердце, дорогие друзья. Такая-то хрень взрывается. А, в общем, вот что мы оставили от нашего небоскреба, от нашего здания, от нашего офиса, в котором когда-то работали маленькие майнкрафтеры. Но крипер пришел и говорит... Нет, дорогие друзья, так это не работает, и давайте, наверное, мы попробуем теперь с замедлением то же самое сделать. Итак, дорогие друзья, включаем самое максимальное замедление и нажимаем на взрыв. Сейчас посмотрим, что будет. Видите, у него изнутри, прямо из него начинает выделяться взрыв, выделяться огонь, потому что крипер разозлился. И ему не важно, умрет он или не умрет, главное взорвать все вокруг. Его голова начинает улетать в небеса. Ой, это тут уже внутри что-то взорвалось. Там внутри, видимо, тоже есть какие-то, ну, какие-то, знаете, газовое какое-то оборудование, которое тоже взрывается. Голова крипера полетела в небеса. Блин, я думал, она заденет крышу. Так, давайте посмотрим, что у нас тут с первым этажом. Пока что еще, в принципе, не все так опасно. Давайте немножечко ускоримся. На втором этаже что-то, видите, рвануло прям, будь здоров. То есть, если там кто-то сейчас работал, возможно, он уже никогда работать не сможет. Ну, хотя после крипера никто никогда работать не сможет. Давайте мы вообще увеличим сейчас скорость до максимальной состояния. Ну, смотрите, видите, при замедлении физика немного другая, поэтому... Так как немного? Она практически совершенно другая, поэтому какой-то взрыв получился менее взрывоопасный. Так, давайте попробуем теперь с этой стороны. Взрываемся. О, смотрите, там что-то... Светится. Ой, какая-то лампочка, смотрите, что это такое? Как это так? Что это? Откуда это вообще взялась лампочка? Какая-то красивая, блин, так. Видели, как она светилась прям таким голубеньким красивым светом? Так, голова наша улетает в небеса. В небесашечки. Улетает голова. Ла-ла-ла-ла-ла. Так, давайте мы вернемся вниз. Посмотрим, как тут у нас дела. Немножечко ускоримся. Давайте ускоримся уже по максимальному. О, смотрите, вот это вот. А опора, она просто рухнула. Смотрите, стена просто здесь рухнула. Просто рухнула стена. Так, а интересно, вот если мы сюда нашего криперочка... Он сюда не влезет, да? Он слишком большой. Поставили. Влезет. О-о-о-о. Нормально, вот это нормально, дорогие друзья. Смотрите, у него еще голова летит вверх. Она сейчас там что-то еще заденет. Или она уже задела? А нет, она, кажется, сюда куда-то врезалась. Поэтому она, видите, немножко потеряла свою скорость. Потеряла... свой полет и падает вниз. Ух, ну это было опасно. Так, давайте теперь с... Ой, там еще что-то взорвалось. Ой-ой-ой-ой. Давайте еще с этой стороны взорвемся. Так, опа, замедляемся и взрываемся. Не, вот эта лампочка, которая вылетает, это очень красиво получается. Я просто давно не играл в Майнкрафт. Может быть, там тоже какое-нибудь такое голубое свечение есть, когда он взрывается. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, друзья. Мы с вами это вместе проверим. Блин, он так на нас смотрит, типа... Типа, за что ты это сделал? Ну что я такого плохого для тебя сделал? Вот скажи мне, пожалуйста, ты играешь в какой-то Брик-Рикс, а я пришел сюда из Майнкрафта в гости, а ты меня зачем-то взорвал, взрываешь какие-то небоскребы непонятные. Вот я в своем мире никогда таких даже и не видел, говорит нам этот мистер Крипер. И улетает в небеса. Улетает в космос Крипер. В космос улетает Крипер. Крипер-пипер. Так, о, давайте на крышу встанем и взорвемся на крыше. И такого мы еще с вами не делали, дорогие друзья. Замедлюшечка и взрывашечка. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. Туру-ту-ту-ту-ту-ту. Улетает в небеса. Крипер наш. Не, голова у него прикольная, так в небеса все время улетает. Прям красиво. Хоть, ставь, хоть фотообои делай и делай себе их в комнате
рядом с кроваткой, чтобы красиво все было. Так, что у нас тут? Что у нас дальше? Давайте ускоримся. Наш дом прям подлетел, как вы могли заметить, на месте. Он так решил подпрыгнуть, подпрыгнуть высоко. Ну, обваливается он, дорогие друзья, знатно, просто по красоте. Так, тут надо, на самом деле, еще главный вход, еще разок пройтись по нему. О, вот это хорошо, вот это было хорошо. И сразу ускоряемся. И, ребята, вот у нас есть вот тут еще одно место. Как он все-таки катапультирует свою голову? Вот видите, там красненькое внутри тела, вот это сердечко, это у него там сердце сделано. То есть, тот, кто сделал эту построечку, он решил, так сказать, добавить туда сердце, типа, крипер-то на самом деле добрый и любвеобильный. Это вы думаете, что он плохой, он на самом деле делает добро. Он делает добро для этого мира, понимаете, да? Вот, будете знать, будете знать. Так, а подождите, я хочу кое-что попробовать. Если у меня получится... Так, вот так, подожди. Во-во-во. Я хотел выстрелить этой головой прямо в дом. Ну ладно, у нас это не получилось. Давайте мы внутрь вот сюда встанем. Даже надо замедлением тогда. Блин, дом сразу подпрыгивает. Видите, когда замедляешься, все время какая-то фигня происходит. Да блин, как сюда встать-то? Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я все испортил, я просто все сломал. Так, вот, тут осталась вот эта последняя, походу, опора, которую нам надо с вами взорвать. Я сказал взорвать, они ничего не сделать. Оу, как голова. Блин, смотрите, не взрывается здание, но оно выглядит очень смешно, дорогие друзья. А вот оно все, нет, все падает. Давайте криперы туда подставим. Не получилось. Нормально, сойдет. Ладно, дорогие друзья, давайте, наверное, перейдем, посмотрим, какой у нас есть еще один небоскребик, и взорвем его точно таким же способом. В общем, друзья, взял я новый небоскреб. Он вам всем прекрасно знаком, если вы смотрели мои предыдущие видео по подобным идеям, где я на самолетах, на машинах камикадзе и на прочих взрывательных аппаратах, так сказать, взрывал различные небоскребы и здания, то вам это здание прекрасно знакомо. Дорогие друзья, подъезжаем поближе и взрываемся. И головушка наша улетает в небеса. Так что у нас тут по повреждениям? На самом деле слабенько, я вам хочу сказать. На самом деле достаточно слабенько. Подождите. О, мы можем прям, видите, у нас там между ног, так сказать, есть дырка, которую мы можем обхватить. Вот это было неплохо. Вот это было, как мне кажется, прям как надо, дорогие друзья. О, здание-то наше уже подкосилось. А это значит, что ему уже неприятно. Это значит, что оно скоро упадет. Ой, оно что-то начинает танцевать. Вы когда-нибудь видели танцующий дом? Да видели, конечно же. Где, вот кто, ребята, вот кто из нас в 2018 году не видел танцующий дом? Смотрите, кстати, наш домик уже потихонечку падает. Он свалился. А это значит, что мы можем его добить, когда он лежит. Правда, знаете, такое есть правило, лежачего не бьют, но это все-таки дом, и мы его не бьем, мы его взрываем, поэтому нормально, нормально, можно и так. Это я типа озвучиваю, если вы вдруг не слышите, какие там взрывы, это я, давайте, бу-бум, ды-бдыш, скибидык, бу-бум. Пу-пу-ку-ку-ку. Ну ладно, неважно. Так, а если мы встанем вот сюда и нажмем снова на выстрел? Ну, не на выстрел, на взрывыстрел. На взрывыстрел. О, смотрите, дырка. Я придумал. Сейчас тут, смотрите, мы еще взорвем. Подожди, 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 подожди. Аккуратненько. Вот так вот. Вот. И там как раз должно быть... Вот, блин, какая тут херня, видите? Хрень, в смысле, хреновня. Хреновня. О. О, мы прям внутри дома взорвались. Вот это было жестко, реально жестко. Это было реально жестко. Так, давайте мы тут прям изнутри его будем добивать. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как же это больно выглядит. Вы посмотрите, как это... Ну, все-таки, ребят, согласитесь, это, конечно, очень красиво разваливается, вот эта вся хрень. Мне так нравится. Так люблю взрывать всякое лего, всякие лего-построечки. Это же так офигенно. Особенно, когда это делает вот такой вот крипер. Он такой, смотрите, такой... такой приходит, такой... Оу, здравствуйте, а что это здесь у вас? Может быть, вы хотите, чтобы я вас немножечко взорвал? Я сделаю это с превеликим удовольствием. И улетаем просто в небеса. Друзья, давайте вот на этом видео поставим. Может быть, я, конечно, офигел, но я знаю, что вы сможете, друзья. 1000 лайков ставим под это видео. И вот такие вот видосы офигенные будут выходить реально намного чаще. Потому что если вы сможете делать 1000 видосов... Ой, фу ты, 1000 видосов, что я говорю? Это я должен делать 1000 видосов. Если вы сможете поставить 1000 лайков, то вы не представляете, какая это огромная для меня мотивация придумать что-то вот такое вот взрывоопасное. Итак, друзья, смотрите, здесь есть такая дыреха.
Мы ставим сюда нашего крипера и взрываем. Ставим снова нашего крипера и взрываем. Представим, что их много у нас криперов, которые все время сюда такие приходят и взрываются. Приходят сюда и взрываются. Приходят. И, мать их за ногу, взрываются. Да, что, конечно, смотрите, такой ощущение, как будто этот домик в форме, ну, такого немножко неправильного сломанного сердечка. Но сердечко, потому что Лего нас любит, и вы должны любить Лего, потому что Лего, ребята, развивает ваши моторику и фантазию, и все в этом роде. Что сказал, не знаю. Друзья, давайте мы починим этот небоскреб, и сейчас пару разиков его с замедлением взорвем, и будем заканчивать, потому что слишком затягивать все-таки мы, наверное, с вами не будем, дорогие друзья. Так, давайте поставим его вот с этой стороной. Пересядем. Так, замедление, что у нас по замедлению? Нормально все по замедлению. Ставим сюда нашего крипера. Нажимаем на взрывчик. Блин, вот эта синенькая хрень мне все-таки так нравится, она так взлетает. Я это уже говорил, но я люблю повторять все по много раз, потому что, ну блин, я такой человек, если мне что-то прям жестко нравится, я буду об этом говорить очень долго. Ой, странно, он что-то не хотел взрываться. Говнюк. Смотрите, реально не взрывается. Странная хрень. Давайте внутри засунем с замедлением. Ой-ой-ой-ой. Вот это было интересно. Давайте еще пару раз вот так вот внутри с замедлением. Вот это клево. Давайте его еще раз. У-ху-ху-ху-ху. Вот это же... Ой, какая жесть. Вы посмотрите, как вылетает это окно. Это просто какая-то жесть. И вот сюда его куда-нибудь еще засунем. И немножко ускоримся. Ой, дорогие друзья, ну смотрите, давайте вот на такой вот прямо ноте, на такой красивейшей ноте будем заканчивать. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте свои большие пальцы вверх, пишите какие-то свои комментарии, тогда новая серия по BrickRix не заставит себя долго ждать.